And I'm here to protest this Russian-style law. И я здесь, чтобы выступить против этого закона, разработанного в российском стиле, потому что грузинское общество точно знает, о чем этот закон. И мы знаем, как этот закон был создан в России и каковы были его последствия. 14 мая парламент Грузии во вторник принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Около 1000 протестующих пикетировали здание парламента на фоне большого присутствия полиции во время дебатов, а неподалеку стояли водометы. Европейский союз, который предоставил Грузии статус кандидата в декабре, неоднократно заявлял, что законопроект станет барьером на пути дальнейшей интеграции Тбилиси с ЕС.